Темнота в глазах, на сердце давит. Стало безразлично, кто и кем правит. Водкой и плеткой, радиоволной. Правьте, как хотите, но только не мной. Вырезу на облако, гляну на село. Все гуляют, всем не весело. Завтра заперто на переучет. Под лежачий памятник вода не течет. Там без слов. Там не надо нахуй, блядь, говорить, там нахуй, блядь, сколько надо действовать, понимаешь? Если ты нахуй, блядь, чуть-чуть маленько нахуй тормознешь, все, пизда тебе. Вот. Птица нахуй накрыла нахуй тебе. Вот. Человек. Сейчас нахуй, блядь, такая война, нахуй, блядь, с неба нахуй, блядь, капнула, все. Вот. Пиздец. Ну ты молодец, продержался, видишь? Сколько ты там был? Больше полгода. Больше полгода? Ну, выдержал. Видишь, как? Выдержал. Под счастливой звездой. Я рад очень, что ты жив. Будешь долго жить. Значит, ну, надеюсь тоже. Как тебя встретили? Жена как? Очень обрадовалась, да? Конечно, обрадовался. Или тебя все обрадовались. Или тебя сразу в госпиталь, а потом? Знаешь, сначала в госпитале. Лежал долго, да? А потом? Я сначала в Белгород. В Белгороде 7 дней лежал. Потом спросили, поедешь или нет. Я у Мулина. Сидечку можешь, говорит, ехать. Я ж сначала в гипсе был. Понятно. Умлина повезли нахуй. Считай, что двое суток нахуй ехали до Умлина. Белгород же сейчас обстреливают. Потом домой отпустил. Я уже называю дом. Там, ну я понял, что ты это. Пусть переросла душа твоя к горам. Пора, пора, братишка, по домам. Есть у меня такая песня. Ой, да, бля. Ну тут такие дела, Ромка. Чего Женя говорит? А ничего. Ничего не говорит. Нормально все. Нормально все. Картошку вытопит. Со слезами, конечно, нахуй меня выкопал, нахуй мне картошку. Бля, братуха, ну я спешил на картошку, но вот промахнулся в другое Мартеново. Не ожидал я, что их два. Вообще никак. Так это с кого? С автобуса пешком и шел до сюда, что ли? С какого автобуса? Там, короче, от того Мартьянова до... До сюда. А до сюда повезло, знаешь что? Там же, значит, трасса идет. От Великих Лук автобуса нету. Автобусов нету. Я на попутках. Короче, по-моему, там сколько? Километров 10, наверное, или 15 до своротки на Новосоколово, что ли? Новосокольники. Новосокольники, да.
В Новосокольниках, короче, торможу двух мужиков. Тебе куда? Я говорю, мне вот это вот Насва, или как там? Насва. Они такие говорят, а что, деньги есть? Я говорю, да нету денег, так. Говорю, ну, рублей 300, говорю, есть еще. Не, никто тебе не повезет за 300. Он такой, ну, слушай, сейчас же, по-моему, это, сейчас я, говорит, посмотрю, остановился, расписание посмотрел, а там поезд едет. Понял? И поезд в 15 часов, а время было 14:46. Они меня довезли до станции, мы попрощались, я сел в поезд, и все, и до этой Насвы доехал. Здесь в Насве вышел на дорогу и пешком дошел. То есть, ну, нормально все. Ну, только я, ну, это, пару раз звонил. Так а отсюда он с Насвы ты уже пешком шел. Да, а что тут идти-то? Ну. Километр 4. Ну. Зашел в магазин, думаю, позвоню, что там взять к столу, там, что, ну, знаешь, как неудобно. А там вообще шаром покати, там, ну, да нет ни тортиков хороших, ничего. Я думаю, ну, пиво, какое ты пьешь пиво, я не знаю. Вот, ну, с пустыми руками тоже неудобняк, поэтому вот, ну, взял. Там тортик, там, до мармеладки. Да хлеб взял, думаю, бывает так, что хлеба не бывает в доме. А я люблю, когда хлеб есть. Ну и все. Вот и все, я думаю. Приду, думаю, слышал по телефону, ты рад был, думаю, ну все, значит, нормально, приеду, значит. Посмотрю, как человек живет, как устроился. Я боялся, что ты уедешь в понедельник. Поэтому рванул сразу. К тебе. Так а ты в Себе же сейчас живешь, да? Нет, не в Себе же, я в Москве. В Москве? Да. Я доехал вчера до Ржева. В Ржеве переночевал. И с утра с пацаном поехал сюда. Вот. Вот приехали мы, это, Мартьянова нашли, там все, там Мартьянова прям, ну, Мартинова написано, прям Мартинова, ничего вообще. Шестой дом, я помню, ты говорил шесть дом, как-то мне, ну, шестой дом, ну, улиц никаких нету. Мужика спрашиваю, ух ты, ё-моё. Ой, ёпта, раздаю нахуй, блядь, наше ведро. Ах, блядь, косяк. Блядь, ну ладно, что ты, ведра жалко, что ли? Это нахуй, блядь, ведро, нахуй, блядь, самое, нахуй, блядь, надежное было. Нахуй. Ну это оно же не для воды же было, а для картошки, так что пускай как. На КПП два друга и два брата, два дембеля товарища по смерти, два истинных героя, два солдата, что вышли из военной круговерти. Пусть спят ребята наши, отдыхают, друзей оставят вечно молодыми. А дома часто вспоминают, вертушка принесет домой живыми. Пусть приросла душа твоя горам. Пора, братишка, по домам. А дома встретят слезы и слезы счастья. Здесь каждый день незримо мы бывали. Пускай без нас они свои, не Настя, решали сами и переживали. Другая жизнь нам непонятна очень. Наверное, на войне мы одурили. Здесь речь тиха и сон спокойной ночи. Мама с папой сильно постарели. Пусть приросла душа твоя горам. Пора, братишка, по домам. Как русский богатырь на перепутье, дороги три, бандиты и охрану, а третье на пьяное распутье. Что
что заливает в душах наших рану. И понесут подводные течения, запутают незримые законы. Здесь каждый за себя, и нет спасения от лжи, бесчестья и запретной зоны. Пусть приросла душа твоя горам. Пора-пора, братишка, по домам. Так ЭПП, два друга и два брата, два дембеля товарища по смерти, два истинных героя, два солдата, что вышли из военной круговерти. Они проснутся завтра уже дома. Какая ждет судьба, никто не знает. Война и мир, толстовские два тома, злодейка жизнь для каждого сыграет. Пусть приросла душа твоя горам. Пора-пора, братишка, по домам. Пусть приросла душа твоя горам. Пора, пора, братишка, по домам.